послушал бы моего совета. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Заканчивайся. Может быть, тебе и все равно? Лучше бы ты не встревал. Если бы это было так просто. Потрошитель мертв. Я знаю. Я почувствовал, когда он умирал. Серьезно? Теперь... Да. Я ухожу в свою хижину. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего... Прекрати со мной! Использовать магию. Послушал бы моего совета. Ты это серьезно? Пора бы уже. Ты идешь с охоты? У тебя есть шкуры или... Я... Я ищу Ксардоса. Ксардоса? Он здесь такой. А потом... На следующее утро он исчез. Тебе... Покажи... Заканчивай с этим. Может быть, тебе и все равно? Конечно, почему нет? Я об этом подумаю. Заканчивай с этим. Лучше бы ты не встревал. Почему нет? Ты это серьезно? Лучше всего уладь это дело сам. Ты не охотник из Фаринга. Что тебе здесь нужно? Все в порядке? Нет, мне скучно. Сейчас, когда сюда пришли големы, я не нужен даже в бою. Мой топор уже покрывается ржавчиной. Если он будет продолжать, без этого никогда не... Ты научишь меня драться? Покажи мне, как стать мастером боевого топора. Топор — тяжелое оружие, пользуйся этим. Вращай топором размашистыми движениями, и твои противники быстро окажутся на земле. Как убить орка? Ну это же ясно. Орки сложены поплечистее и покрепче, чем мы. Так что если бьешь орка, так уж бей изо всех сил. А прицельным уколом орка можно тяжело ранить. Как насчет небольшого... Охотно? А за что будем... За... Как пожелаешь. Кто первым упал, тот проиграл. Но мы устраиваем нас... Никаких нападений за... Доставай... Иди сюда. Драка! Ну давай же! Быть такого не может.
Не выделывайся, у тебя ведь наверняка еще есть дела. Оставь меня в покое. Там ничего нет. Не выделывайся. Проклятие. Здесь. Понял? Больно-то как. Ты хороший воин. Не... Я рад. Я ищу Ксардоса. Темного мага? Да, он был здесь. Он долго толковал с Гримом. О чем? Ксардосу была нужна руда. За нее он оставил нам этих ледяных чудовищ. Теперь они охраняют нашу деревню. Thank you.
Тебе никто и не вспомнит. Шахта свободна. Ты врешь. Если ты так думаешь. Без шуток? Да. Это лучшая новость, какую я услышал с тех пор, как... Ты подожди. Вот, надеюсь, тебе пригодится. Если нет, продашь какому-нибудь. Там с шахтой ты отлично справился. На это я не смогу ничего купить. Иди прямо к Тьялфу. Он хочет с тобой поговорить. Хуже уже не будет. Что тебе нужно? Будет еще хуже. Некоторые проблемы. Нужно прислушиваться то, что рассказывают. Я уверен. Занимайся лучше своими делами. Тебе ведь есть дела поважнее. Я знаю. Можно подумать, у меня без этого проблем мало. Когда-нибудь и это тоже закончится. Хуже. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Да знаю я. Что такого может случиться? Лучше бы ты уладил это сам. Эй, ты ведь с острова? Что такое? У тебя есть весточка от старателей? Они до сих пор не вернулись. Здесь все в порядке. Просто небольшая проблема с ползунами. О, я опасался чего похуже. Мне, как самому опытному, нужно было пойти вместе с ними. Тем не менее, пойду вниз и проверю, как они... Какие еще старатели? Волькар и его люди. Они вышли из деревни и отправились искать руду. Когда-нибудь и это тоже. Ты старатель? Да, один из лучших. Если я не нашел руду, значит, ее просто и не было. Ты можешь научить меня вести разведку руды? А ты дашь мне 10 кусков руды? Понимаю, значит, 10 кусков. Да, я сделаю из тебя настоящего старателя, обещаю. Вот твоя руда. Я держу уговор. Ты станешь отлить. Что такого может случиться? Если бы все было так просто. Опять будут одни неприятности. Я даже не знаю, прав ли ты. Как будто мне и без... Что такого может случиться? Уже не будет. Я об этом подумаю.
бы ты моего. Все-таки так дальше продолжаться не может. Никогда ничего не выйдет. Если бы это было так просто. Не знаю, прав ли ты. Ищи. Заканчивайся. Не изменится никогда. Конечно, почему? Я над этим подумаю. С тем, что говоришь. И будет еще. Если он будет продолжать в том же духе, этого не будет. Никогда ничего не выйдет. Если он будет продолжать, из этого никогда ничего не выйдет. Что такого может случиться? Зла делает сам. Ты серьезно? Послушал бы ты? Не думаю, что я хочу слышать. Может быть, тебе и все равно? Мне это очень и очень не нравится. Я об этом... Ты наверняка ищешь Ингвара. Его кузница дальше. Как насчет тебя? Ты не кузнец? Кузнец. Но я не принадлежу к плавильщикам. Тебе что-то... Кто такие плавильщики? Рудовары. Хороших кузнецов в Нордморе пруд. Что делает оружие из Нордмора особенным? Рудовары — единственные, кто знает, как подготовить руду для кузнеца. Они делают заготовки. Точно. Тогда тебе нужно по... Хорошее оружие, но... Хочу слышать об этом. Хорошо. Будь осторожней с тем, что говоришь. Я подумаю, не будет еще хуже. Забудь об этом. Ты получишь это только тогда, когда заслужишь. Забудь об этом. Ты получишь это только тогда, когда заслужишь. Я мог бы сказать тебе об этом заранее. Заканчивай с этим. А если было все так просто... Твои вещи никогда не изменятся. Будь осторожней с тем, что говоришь. Лучше бы ты уладил это тебе сам. Тебе, может, и все равно... Да что же такого может быть? Будь случиться? Осторожней с тем, что говоришь. Хочешь что-нибудь купить? Какие-то... Можно сказать да. Из этого никогда ничего не выйдет. Что? Бизоньи, шкуры. Да что же такого может случиться? Ты это... Серьезно? Я об этом подумаю. Ты действительно думаешь? Рано или поздно лучше бы ты сам с этим разобрался. Если он будет продолжать... Возможно, все. Из этого никогда ничего не выйдет. Ты это серьезно? Некоторые проблемы решаются сами собой. Ты серьезно? Но только заканчивай. Оставь меня в по... Не выделывайся здесь, понял? Будь осторожней с тем, что говоришь. Если он будет продолжать в том же духе, только заканчивай. Никогда ничего не выйдет. Может, тебе и все равно. Я мог бы сказать тебе об этом заранее. Я об этом подумаю. Лучше бы ты уладил это сам. Послушал бы ты моего совета. Можно подумать, у меня без этого проблем мало. Будет еще хуже. Из этого никогда ничего не выйдет. Если было все так просто... Некоторые вещи никогда не изменятся. Можно подумать, у меня без этого проблем мало. Я об этом подумаю. И все-таки мне это очень и очень не нравится. Лучше бы ты не встретил. Хуже уже не будет. Конечно, я почему? Может быть, тебе и все равно? Если он будет... Эй, ты чего хочешь? У тебя наверняка есть незаконченные дела. Хуже уже не будет. А, может быть, тебе и все равно? Лучше всего уладь это дело сам. Серьезно? Я Ингвар. Кузнец и рудоплав. Чего ты хочешь? Покажи мне. Ты хорошо сражался, поэтому я дам тебе шанс. Если ты готов... Если бы это было так просто. Научи... Многие...
Лучше бы ты не встревал. Ты это серьезно? Может быть, тебе и все равно? Кто это? Ксар. Их. Если бы это было так просто. Заканчивай с этим. Лучше бы ты уладил это сам. Не знаю, прав ли ты. Если бы это было так просто. Заканчивай с этим. Ты это серьезно? Конечно, почему нет? Некоторые вещи не изменятся никогда. Конечно, почему нет? Хуже уже не будет. Заканчивай с этим. Лучше бы ты уладил это сам. Да, у нас немалая проблема. Конечно, почему нет? Лучше бы ты не встревал. Если бы это было так просто. Некоторые вещи не изменятся никогда. Я мог бы сказать тебе это раньше. Лучше бы ты уладил это сам. Может, тебе и все равно? Лучше бы ты уладил это сам. Лучше бы ты не встревал. Когда-нибудь и это тоже закончится. Ему это лучше знать. Я об этом подумаю. Послушал бы ты моего совета. Если бы это было так просто. Лучше бы ты уладил это сам. Верно. Все-таки так дальше продолжаться не может. Некоторые вещи никогда не изменятся. Эй, ты чего хочешь? Может быть, тебе и все. Заканчивай с этим. У меня нет нужных ингредиентов. У меня нет нужных ингредиентов. Вот меч. Эй, дай посмотреть. Хоро. Послушал бы ты моего совета. И будет еще хуже. Если бы это было так просто. Ты это серьезно? Верно. И все-таки так дальше продолжаться не может. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Лучше бы ты не встревал. Я об этом подумаю. Этого нам еще только не доставало. Если бы это было так просто. Послушал бы ты моего совета. Я об этом подумаю. Этого нам еще только не доставало. Лучше бы ты не встретился. Эй, ты чего хочешь? Если бы это было так просто. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Ты, если ты ищешь где бы подремать, то в моей лачуге еще есть немного свободного места. Я рад, как... Лучше бы ты не встревал. За 50... Верно. Все-таки так дальше продолжаться ты не может. Ты всегда вы... Орки. Орки. Я даже не хочу это... Меня зовут Угольф. И... Есть какая-нибудь причина твоя... Я поклялся. Звучит... Так. Что за... Бутылка грохотуна. И чтобы не упасть. Запросто. Ха. Это пойло... Это самый ужасный шнапс, который только есть на свете. Адская штука! Что? Тому, кто не переносит шнапс, там снаружи... Ну хватит! Если ты проглотишь эту фигню... Спорим. Ты что? Мы с вами... Но для этого мне нужно... Какой? Вот. Некоторые вещи не изменятся никогда. Ты на... Конечно, почему нет? Когда-нибудь и это тоже закончится. Лучше бы ты не стрелял. Верно. И все-таки так дальше продолжаться не может.
Я слышал, что ты сделал для освобождения шахт. Отлично. Может, мне что-нибудь с этого пере... Здесь. Угощайся. Еще что-нибудь? На данный момент мы исправляем. Ты уже достаточно. Чтобы ты уладил это сам. И будет еще хуже. Конечно, почему нет? Да, у нас немалая проблема. Можно подумать, у меня без этого проблема. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет.
Остановись здесь. Oh.
Прекрати-ка. Теперь ты. Мы еще встретимся. Скажу. Остановись здесь. Наконец-то.
Стоять! Кто-то убивает наших людей. Ты что? Нет. Мы за то... Как? Чутьем. Вот. Ингвар послал меня в путь. Вот оно что. Но мне некогда... Что же ты ищешь? Чистую руду. И увидя сон... Почему... Ты даже не знаешь. Хорошо, пойдем. Ты выдержался. Возвращайся к Ингва. Ты чего тут распугаешься? Почему ты живешь здесь, на отшибе? Я охотник из клана Волка. Но мне не слишком нравится постоянно. Поэтому большую часть времени, когда я набираю достаточное количество... Кое-что... Может быть, ты вы... Проезжий... Это был не... И очень недолгий. Дорога, что идет внизу, под моей хижиной, приведет тебя туда. Если у тебя есть кусок сырого... Серый. Он не принадлежит. Но ты его при... Тоже нет. Он просто мой друг. Я... Да. Хочешь кусок мяса?
Может быть... Вот. Кажется, мы на месте. Ты свободен. И Инос заговорил со своими слугами. «Постройте мой храм», — повелел он, — «чтобы мог я царить над этим миром». Так они и поступили. Наконец-то ты здесь. Ксардос, пока я недели проводил в пути, ты вмешался в войну. Может, просто расскажешь мне, что произошло?
Хорошо. Я уже давно... С тех самых пор, как мы попали внутрь барьера, с того момента, когда Белиар обратился ко мне, заполучить меня на свою сторону было бы для него великим триумфом. Когда-то величайший из магов стал слугой черного бога. Для вида я принял его предложение, но знания, которые он мне дал, я использовал против него. Я все приготовил для тебя. Но это длинная история. Когда я расскажу ее тебе, ты поймешь, почему мне было трудно принять решение. Ты говоришь... Насколько я понимаю, это две существующие на данный момент возможности. Вполне возможно, что существует третий вариант. Но для этого ты должен принести мне... 5 артефактов Аданоса у меня. Значит, ты держишь в своих руках огромную власть. Власть, которую хотели бы видеть на своей стороне Зубин и Робар. И то, и другое возможно. С этими артефактами ты можешь выбрать между Инносом и Белиаром. А что ты собираешься делать? Я сказал, мы должны помешать Белиару и Инносу. Вы. Ведь если победит тот или другой, что произойдет? Тысячелетнее господство воли одного из богов. Но в конце снова будет война. Мой план рассчитан на... Это третий путь, который я предлагаю. И какую роль в этом играют артефакты? Отправляйся в Нордмар и сожги... Возьми фокусный камень. Он содержит в себе... Этой энергии будет достаточно... Я должен уничтожить артефакт. Чтобы их властью больше никто... Если ты сделаешь выбор в пользу Белиара или Инноса, тогда будет потеряно... Тогда мы ступим на путь, цель... Но это еще... Остальное я расскажу тебе, когда... Прилягу я. Тут что-то об алхимии. У тебя наверняка есть незаконченные дела. Оставь меня в покое! Где можно найти Ларс? Он ушел на север. Он предполагает, что там... У меня тут шкура от... Мне сейчас надо еще... Забудь про это. Забудь про это. Эту штуку ты получишь только, когда заслужишь ее. Я мог бы сказать тебе об этом заранее.
действительно думаешь? И все-таки мне это очень и очень не нравится. Никаких глупостей. У тебя наверняка есть незаконченные дела. Занимайся лучше своими делами. Этого нам еще только не доставало. Тебе не оч... Занимайся лучше своими делами. Послушал бы ты моего совета. Что такого может случиться? Я знаю, я знаю. Лучше бы ты уладил это сам. Да, у нас немалая проблема. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Когда-нибудь и это тоже закончится. Я об этом подумаю. Будь осторожен. Не знаю, прав ли ты. Послушал бы ты моего совета. Этого нам еще только не доставало. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Верно. И все-таки так дальше продолжаться не может. Возможно, все. Лучше бы ты уладил это сам. Можно подумать, у меня без этого проблем мало. Не знаю, прав ли ты. Хуже уже не буду. Послушал бы ты моего совета. Это опять лишний приятный. Я даже не хочу этого слышать. Ему это лучше делать. Я об этом подумаю. Да, у нас немалая проблема. Можно подумать, у меня без этого проблема. Может быть, тебе и все равно? Ты действительно думаешь? Когда-нибудь и это тоже закончится. Возможно, все. Лучше бы ты не встревал. Некоторые проблемы решаются сами собой. Верно. И все-таки так дальше продолжаться не может. Может быть, тебе и все равно? У меня без этого проблем мало. Да что такого может случиться? Ты действительно думаешь? Если бы это было так просто. Будь осторожен с тем, что говоришь. Когда-нибудь и это тоже закончится. Решаются сами собой. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Когда-нибудь и это тоже закончится. Лучше бы ты уладил это сам. И все-таки мне это очень и очень не нравится. Возможно, еще хуже. Без этого проблем мало. Ты это серьезно? Я даже не хочу этого слышать. Я об этом подумаю. Да, у нас немалая проблема. Ты это серьезно? Этого нам еще только не доставало. Может быть, тебе и все равно? Да что такого может случиться? Послушал бы ты моего совета. Артефакты разрушены. Свершилось. Ты решился на это. Каков твой план дальше? Мы устраним из этого мира божественную власть, которая еще осталась. Даже я не в состоянии сказать, куда ведь. Что будет с твоей властью? Я тоже ношу божественную власть в себе. И она также не имеет права оставаться в этом мире. И как ты себе это представляешь? Когда настанет время, мы покинем этот мир и... Что это за... Этого не знает никто.
далеко, но до сих пор его не... Я займусь. Скипетр Варанта и посох Вечного Странника. Они оба обладают огромной силой. Скипетр носит король Робар, а посох принадлежит Зубину. Ты должен забрать. Мы... Так и есть. Есть. Мы покинем. Что? Зубин и король Робар — это избранные Инс. Следовательно, они обладают... Они лишь покорные слуги. Они... Поговори с ним и сделай так, что... Посмотрим. Я поговорил. Это хорошо. Что такого может случиться? Я знаю, зачем ты пришел. И все же ты не можешь понять. Ты разрушил священный артефакт. Чтобы спасти мир. Ты предал нас. Пока божественная власть будет находиться. Ты растоптал нас. Нет, они тоже обретут. Ты разрушил. Пришло время от... Да, как ты говоришь. Но я тебе покажу. Никогда не изменится. У всех свои проблемы, и у меня тоже. Будь осторожнее с тем, что говоришь. Я об этом подумаю. Заканчивай с этим. Это принесет только... Рано или поздно, и это закончится. Ужасно. Эти твари ничему не учатся. А вон еще несколько тварей. Я... Верно. Ты... Ты... Пок... Ты... Не... Приш... Сейчас ты получишь. Я тебя прикончу. Стоять! Я тебе голову откручу. Я тебе покажу.
Хочешь понять, что ли? Я тебе покажу. Тебе голову оторву! С тобой покончено, мразь! Yeah.
Стой на месте, трус! Сейчас ты сдохнешь! Следующий раз ты так просто не отделаешься. Ты не хочешь это понять? Сейчас ты сдохнешь. Я убью тебя. Снова одна из этих мерзких тварей. По-другому ты не хочешь. По-другому ты не хочешь. По-другому ты не хочешь. Стой, собака!
Кто же это? Мне нужно поспать. Тебе пора идти. Кто же это? Так, я сделал все, что нужно. Тогда мы готовы с помощью посоха и скипетра. И потом мы пройдем сквозь него. Все, как я говорил. Скажи мне, когда... Где же еще? Откуда? Ну, я же не сижу целыми днями. Я смог выяснить несколько... Одна из них, что посох и скипетр намного древнее. И? И это значит, что они сделаны так же... Да, портал кто? Я провел много времени, и несмотря на это... Я готов. Меня здесь тоже... Значит... Да. Я убью тебя! Я пока еще не разучился.
эти твари просто покоя не дают. А! Убожество. Эти твари просто покоя не дают. Тебя и не жалко. Вонючка. Тебя и не жалко. Убожество. Да их там еще больше. Ну все, молись. Да их там еще больше. Вонючая тварь. А тебе никто и не вспомнит. Не изменится никогда.
Кто бы говорил, получается же. Ты труп. Останови. Кто бы говорил, получается же. Я тебя покажу. Сейчас ты получишь. Мы пришли. Пришло время открыть портал. То есть имеется в виду, пора прощаться с миром? Это так. Мы покидаем мир, но нас ждет неизведанная страна. Ну тогда вперед! Мы открыли портал, ведущий в неведомую страну, и покинули этот мир навсегда. Что бы нас ни ожидало, это уже совсем другая история. Долгие годы Ли покушался на жизнь короля из-за предательства, совершенного Рабаром. Король Рабар мертв. Наконец, месть Ли совершилась. Его война с орками закончится только когда последний город будет освобожден от орков, или когда Ли погибнет смертью героя. Горн будет на свой страх и риск продолжать борьбу против орков. Одно его имя будет внушать оркам страх. Владычество орков продлится еще многие годы. Каан принимает почести как завоеватель Оркской империи и провозглашает себя новым королем Миртаны. Торус найдет последние ворота, которые он будет охранять. Ворота в пустыню Варант. Он станет регентом Трелиса и будет единственным полководцем среди людей, за которым орки будут следовать до самой смерти. Но в конце концов орки научатся жить в мире с людьми. Пережившие войну вернутся в свои города и земли. В королевстве людей настанет эпоха мира и процветания. После смерти Зубена господству ассасинов над пустыней Варант скоро придет конец. Сатурас, маг воды, поведет кочевников в далекий путь, и они опять пойдут путем вечного странника, как это делали их пращуры. Диего станет богатейшим человеком в мире. У него всегда была коммерческая жилка. Под защитой стен Морасула он создаст свою великую торговую империю. Лестер, наконец, обрел долгожданный покой в Брага,
и превращает горячий песок пустыни в плодородную пашню, чтобы разводить там свою болотницу. Ангар устал от боев и нашел покой в уединении среди руин Варанта. В горах Нордмара вскоре все пойдет своим обычным чередом. Варвары, наконец, вернули себе страну своих предков. Наступит затишье в белых горах Нордмара. Мильтон останется в монастыре и будет изучать письмена древнего народа. Седой старик, он станет мудрейшим из мудрых и будет передавать древние знания своим ученикам. Пройдет еще некоторое время, прежде чем он поймет, что мое решение было правильным. М-да. А Ларес? Ну, я уверен, он всегда будет там, где есть чем поживиться. Ну да. И это все? Посмотрим. Но, несомненно, одно. Все будет хорошо.